Все, побежали все. Босса никто не трогает, нахуй, пока центр не поставит. Гуляйте, босс. Побежали все обратно вместе с боссом. Центр. Стоим все в одном фрейме. Чё погерить? Мне НХ пишет, блядь, возьмите сам. Который ливер? Да, он был у нас в ливере только. Отикнули ли его, и он ливнул, я не помню. Бери хули делать. Какой вопрос? Люди на РТ не приходят вовремя. Не у всех есть возможность. А до убийства ли чего у всех была возможность, да, на? Мне кажется, это лишние разговоры сейчас, не? Кажется, не вижу, что там будет. По турбо сальву сразу давайте, императору сальву. Император, понизывающим ветром, блядь, КПК добей, нахуй, похуй на ТДПС, главное не умри. Почему? Потому что я не знаю, кто еще умеет водить эти сферы ебаные, больше никого не видит. Я могу водить эти сферы ебаные. Ну, ТДПС, блядь, топовый. Сдвинули за босс. Папану сальву. Турбо, турбо, что не надо. Да, я с ванвису хожу. Папану сальву, дай. Только не все одновременно. Паладин, у кого есть сальва? Одну дали, две дали. Император, скидывай игру. Сейчас я еще его скину. После каста дам, блядь, это. Всем привет. Здорово. Привет. Что вы там делаете? Робот лупит. Кто на первом месте? Не ты! Так понятно. Зачем так строго сразу? Да я на первом месте. Я императору сальву кидаю. Император. Я император скидываю сам. Двинулись за боссом, за боссом. Прохил, прохил. По мастеру сальву. По мастеру? По идее там Виби должен хантер. Ну и крик. Нет у нас хантер. Нету, поэтому и добрал я хантер. Не знаю, будет он ходить или нет. Клыкач вообще где-то пропал. Папану сальву. Папану сальву. Где микстурку? Микстурку на пулы, блядь. Сейчас войда на мэр. Кого мешать? По мастеровую сальву. Двигаемся, двигаемся за боссом. Турбо сальво.
Есть прожимка, по прожимке. Чтобы дали бог, хорошо. Ну я все КД, я не могу все равно скинуть. Могу не бить. Дайте сальву по турбо, если есть. Или не надо. Просто стоп. Не надо, не надо, все нормально. Ладно, зовите, если что. На каратреса пойдем сейчас, скоро, да. После Салариана. Я ушел. Можем пойти, в принципе, Келли убить. Надо каратреса сначала. Смысл? Кто я знаю, как. Давайте после буса это решим. Стой, 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 давайте после буса это решим. Можно гимноман? Мосси нужен. И мне нужен. Ой, ну зад, гимноману. Там пускай Кассиль сдаст, у него все равно мана нет. Саммер в инвиз. Сорвал агро, да? Саммер вид, блядь, скинь агро. Так Сам... сколько у вас пропало из агро? Микстурк на пулю. Микстурка фул на пулы. Микстурка, чё перестал? Про хилл рейда, про хилл рейда. Повесь, может. Нет, тут уже пора. Гимномана он изад, пожалуйста, сыграй, если есть. Нужен. Давай, мост удар по чуть-чуть. Попал на сальву. Алиса пропала, на Алису на пол. Ой, назад вылетел, я понял. Свои дефы готовим. Шансунг, шансунг, дефы си чем-нибудь. Себе агро. Тучка, 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 тучка. Уход в тень. Угу. Шреддер, инвинар. Инвинар танчит. Ой, стоп, видит. Ты сейчас добьете уже. Двинули за борт. Лут. Поставим. Не лутай босса. Никто босса не лутает. Ставим шкаф с самого минус зада. Нули уже. Уже лутанули. Какие плечи? Варовский. Так, а что он забирает? Не получится? Нет, уже лутанули, он не получит. Его вытянул. А что, он ролит? Да. А, ну тогда давай. Кто он ролит? Охотник, маг, чернокнижник. Вы про чё? Кто чё он ролит? Кто ничего не анролит? А чё? А... Он ролит. Чулан ролит. Чулан ролит. Он сказал, он ролит. Самервиль забирает, больше никому не надо. Мне просто послышалось, он ролит. Ох, какие запаны. Охуенные, да? Ну, типа, да. Ну, кожаные лучше, конечно, если на фурик. На армсы бесовые эти, по идее. Да. Ну, забираю я ромку ниже. Турбо, шансу... у тебя тоже, слышишь, турбо у тебя тоже не показывает Оман после инвиза агро? Да, это... На какое бак... время он не показывает? Какое не время? Знаю. Он вообще у тебя перестает показывать? Абсолютно, сделаем, да. Так. Как? Есть 3 минуты у вас покурить. У меня, короче, после того, как я один раз инвиз нажму, больше Оман не работает. И работает на сервере этот макрос, не макрос, этот скрипт для показа создаваемой угрозы после ухода в инвиз. Это хуета собачья.
Я уже геймом писал, ну, я им писал. Я даже ему скрипт писал, как правильно написать это. Они пока говорят, мы не будем его использовать, потому что у нас в разработке своя какая-то куета по агро, ну, метру вот этого дерьма, потому что у них скиллы создают другую угрозу на сервере. Mm-hmm. Не то, что я им писал в скрипте. Ну, сам по себе вебе, там сам по себе алгоритм. Нет, алгоритм тоже самый, цифры другие. Цифры подставляют. Нет, Веби спрашивает агрометра, если дефолтный юзать. Нет, там сам по себе алгоритм такой, что после инвиза он тебе не покажет. Да, он же говорит, что неправильно настроено. Но там, после инвиза не показывает. Если шаришь, там, короче, есть такая функция, называется x минус 28 умноженное на y, деленное на 2. Вот. И 28 это параметр твоей создаваемой угрозы определенным скиллом, если подставлять. И вот, короче, они хотят вот этот от икса отказаться, то есть от неизвестного, чтобы постоянная угроза была. Из-за этого не видно в обычном Оумане, либо КТМ-метре создаваемую угрозу после инвиза, блять, я не знаю, мне даже кажется, притвориться мертвым тоже не видно после него, сколько ты угрозы создаешь. А про что-то? Подожди, инвиз полностью скидывает агро. Нет, он скидывает, только у нас не видно. Он никогда вообще не скидывал полностью агро. С чего нахуй отдельно? Инвиз на время своего действия, то есть сколько действует инвиз, сейчас скажу. На 19 секунд тебя удаляет из строчки агрометра. То есть ты 19 секунд не набираешь агро. У тебя остается агро с того момента, с которого ты ушел в инвиз. Здесь это работает немножко по-другому. На офе работает так, как я сказал сейчас. То есть у тебя было 1200 агро, так сказать. Вот ты после инвиза, когда у тебя 20 секунд пройдет, у тебя 1200 остается, а здесь остается 0. Вот как Микстурк сказал, то, что у тебя полностью агро скидывается. Из-за этого ОМА на КТМ не может определить параметр этот. Из-за этого такой баг. Ебанутая хуйня. Так что тебе сказали, типа, нихуя мы не будем фиксить? Нет, они сказали, они какую-то свою хуйню вводят. Ну, давай в общем... Давай ты трэш. Не знаю. Они считают, наверное, не... Ну, то, что неправильная формула, которую я им написал. Хотя, блядь, там в Омане даже написано в самом так она. Я ее не придумывал сам. Я просто зашел в конфиг Омана, блядь, и скопировал то, что там есть. Нет, Виби, он никогда так не работал, и это неправильное мнение. До нуля он никогда не скидывал. Да даже Пророк, без разницы, он до нуля никогда ни у кого не скидывает. В прямом. Он скидывает... Смотри, если ты уходишь в инвиз, уходишь еще куда-нибудь там, блин, то есть уходишь с поля зрения, вот единственное у тебя то, что скидывает агро до нуля, это выход из боя. Ты не выходишь на роги из боя. А, ну хотя, погодь, тут же, да, ты же Сирус, да, тут ты выходишь из боя. На офе ты никогда не выходишь из боя там, потому что бой вешается на весь данж, а не только на... определенного там босса или еще там моба. Да, тут возможно и так это работает. Турбохант. Когда притворяется мертвым, тоже должен у него должно оставаться столько угрозы, сколько он нагенерировал до ухода, ну, до притворения шлангом своим. Столько же должно угрозы у него остаться после того, как он, ну, притворится шлангом, начнет бить. То есть был у него 1600, он притворился, начал опять бить, у него 1600 и заново осталось. Ну это так должно вообще, по идее, работать. Ну не знаю, на офе так работает. На 35 дерьмо. Точно не так работало. Давайте начнем бить, пожалуйста. Да это без разницы, это на всех аддонов, это еще с классика так работает. Да нифига. Никто ничего не менял. Когда в инвиз уходишь, агро 0. Ну, если бы ты играл на офе, на классике,
ты бы понял, что это, то, что ноль, это только тогда, когда ты выходишь из боя. Ты ебанись, если бы у тебя ноль агро было, тогда бы на классике были бы играбельные еще бы два класса, таких как, блять, разбойник. Разбойников тоже не любили на классике, если кто не знает. Это охотник. Охотников тоже не любили на классике. Единственное, брали из-за напула. Все, больше нахуй не нужен, ни для чего бы. И такой же, блядь, был класс, как маг. Магов тоже не любили первые два дополнения, потому что у них не было тогда еще инвиза. Не было инвиза на классике. Турбо, это ты вещаешь? Да, да. Знаешь, почему хантов на самом деле не любили? Потому что тогда за них никто играть не умел, они пэтом пулили кучу лишнего трэша. Это раз, два. А рогов, блядь, наоборот, их как раз любили, потому что это были топ ДПС, блядь, классики. Да. Триксы и Мизерект. Мизерект, знаешь, да? Триксы, ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? И Мизерект, я играл в хантов. Шасун говорил уступить. Хантов не любили, потому что они умели, во-первых, петом своим управлять на классике в начале. Это первое. Второе, почему не любили хантов, потому что они генерировали всего, в отличие от рок, 30% создаваемой угрозы, а не 100%, как под триксами. И после, ну, до нерфа, это, сколько, блядь... Сколько пачек, блядь, сагрили? Алло, нахуй! Столько, чтобы сдохнуть. Диспелить, хильть. Здесь дочёта первая, не забудь. Лупит, а меня смотреть не могут. Дайте диваны, упали нахуй. Ух, сука, вы чё, блядь, не видите трэш или чё, нахуй? Мы тестили формулу агро. Войт, умри. Бесит, кто живой тут? Бегает кто-то. Шредер бегает. А ты какого хуя в Гримаре, Алис? Я это сделала анхолика на трэш на боссе. Анхолика на трэш на боссе. Логично. Он в вовремя Алиса называется. Салам алейкум. Перекурша был. Да не, не, все нормально. Шкаф поставили? Я не знала, что вы меня не смотрите. Тык на шкаф. Шарпистула и Эминар посумоним. Хуёво на самом деле, если, блядь, это... Кнопкой только. Тык, блядь, на сумо. Отвлекаешься еще, сука, на левую кнопку, блядь. Вы там решили? Куда мы, блядь, идем после звездочета? Куда-куда, блядь? Каратрес, блядь. Ну, если есть варик убить Келя... Просить не убить. А чё его не убить? Каратреса убиваешь за 20 минут, идешь Келя бить. И убей, сколько влезет его. А зачем прыгать не ставить? Хозяин баре, ну вот это, ну, вот затем, я тоже хотел задать за тем, вопрос. Что Каратреса 100% мы убивали уже много раз, нахуй. Затем, что с него штаны падают, затем, что с него лут падает, который нужен всем, блядь. И затем, что, блядь, Келя мы еще ни разу не убивали. Придете, будете его бить после Каратреса, вот и все. Просто такие охуенные пиздатые неебические планы, может, бафнемся и пойдем пиздить трэш? Пожалуйста, агрите этот, что ходит. О, забирайте сейчас мобов, идите сюда. Только подальше, сюда, в эту арку, нахуй, где я стою. Если что, милики отошли, РДшники тоже отошли, они хуй не хрипят. Которые можно сбивать станами. Только что с рывком сбил.
Ждите, там сейчас будет эта хуйня. Бегите патруль. Назад, там патруль идет. Нашли, ушли в комнату назад. Нас уже налит. Быстрее за уешки. Еще назад бегите в арку. Дай прожимку мисту. Тотемы уберите лучше. Заводи назад, там патруль идет. Тестовых каналов. А, текст. Патруль агрит. Пиздачёт. Ты воронки по какому принципу отдаешь вообще? С ГБ выкупается за половину стоимости, если есть у вас хотя бы два куска. Ну, либо... Если есть хотя бы два куска? Ну, два куска, либо вы будете открывать второй кусок. Я не знаю, там уже к Тёме надо обращаться, блять, они продают его. Но я обещал два нахуй отдать к Назуму, потому что он сказал, что сразу два куска откроет, если ему два куска. С ГБ. Какая цена у воронок сейчас скажу? 10? 11. 11. Сегодня утром было 11. 10 он люди покупает. Короче, на зум. 10 500. И сразу открываешь два куска. Есть еще рейды, которые будет войти собирать, там он бесплатно берет ворон. Тоже для открытия это 10. Т5. Ну вот, насколько я помню, отдает воронки вообще по одному куску нахуй. Похуй, главное, чтобы хотя бы один кусок был. Я говорю, там есть рейд для фарма ворона. Я имею в виду. Короче, 10к на зум. ГВ закину потом, блядь, скажите мне, запомните, если что. Эти запы... Блядь, почему? Ага. Эти запы можете ролики даже ГВ не буду отдавать. 900 голды, по-моему, не на... А чё, воронки пустоты и картинку поменяли? Нет. Лянь, осторожно, вот зацени, патруль опять вместе. Бред. Два патруля. Они там развернутся потом. Давайте левых, а. Но тут все-таки не 10 человек у нас. Ну да. Чем мне тогда в ДД спекаться, да, я так понимаю. Ну, на боссе. Ну... На боссе. Зачем? Тут два танка надо. Вы думаете, что-то я вообще не понял. Когда метис был, я один танчил, и нормально было. Тоже рольте себе.
хилы вообще есть? Два хила. Пипец. Осторожно, патруль возвращается. Этот патруль ждем, забираем его, становимся в арку. Его надо бить начать, да? Я так понимаю, потому что моб дает контроль. Отойди подальше, вой, тут сагрим их. Моб дает контроль, надо его быстрее зергануть просто. Геро дадим. Зачем Геро? Угу. Да потому что все равно падает несколько человек. Нет, просто боевые... вроде ни одного... Одного моба же надо убить, что. Эти боешки, которые я разрешил, не в ГБ, рольте себе. Возьмет в контроль, просто дадите эфир по людям и все. Ну что? Там сразу второй патруль сзади идет, так что быстрее надо заливать вот этот. Да, череп блядь, быстрее успеет. Заливать. Вот, блядь, какой три ляма. Брусты свои отдаем. О, Зоил, привет. Ты чё в тучу ушёл? Здорово. Быстрее вы играли. Контроль-то 5 секунд, блядь. Не успеешь убить, думаешь, блядь? Я могу. Ах ты, тварь. Хуй, понял я. Своих не убивать, нахуй. Быстрее череп убили. Добейте, быстрее. Добьём. Надо уходить, двигаться от патруля. Дальше ушли назад. Блядь, император на Казалис, пан. Пан. Всем привет, еб. Ушли, ушли оттуда, быстрее ушли оттуда, блядь. Они, по-моему, пан. Обратно сейчас пойдут. Нет, они дальше. Они уже, блядь, куда? Блядь, другого ставь нахуй. Ставь метку, бьем этого. Правиться, правиться пустоты надо бить всем. От миликов бегите. Там войска. Шарпи. Что? Убил меня, твой. Твой эфир вам дал и стал сам эфире. Слан зашкерился все кресы. Все правильно делает. Еще бы одного такого, блять, и вообще бы нахуй те живые были. Блять, дал ремонт. Так, Зоил, привет. Привет, Филипп, ну, привет. Туча. Да, я куда-то в тексты, короче. Текстуры. Уберите мобу, пожалуйста. Привет, череп, дали контроль за контроль. О, Геру не дали. Хорош, блядь, сейчас мобы. Ты текстуры побежал, Геру. Че, ладно, не успеешь, соответственно. Да вот поэтому и говоришь, что нужно два человека, блядь, провиться выведить, там доты его доширает во всех сторах. Геру снимайте с мобов. Чего вы ждете-то? Да эти мобы это фигня. Ну легионеры не. Они херня, они, сука, вихри крутят, блядь, и вы стоите. Ну. Хилов, по-моему, нет. Живите, как есть хотите. Назад, вижу. О, турбо, давай, наяривай, наяривай. Да у меня ван нет, я же... Вижу, да. Хуби. Чистый. Бог ДПС. О, мана есть. А чего он бегает раз, блядь, всех? Куда так не
Да правильно делает. Еще бы, говорю, один рез, мы бы все бы живые бы были. Куда пуляете мы? Подождите, всех риснут, блядь. Ушли назад мы. Тресните его. А, вон. Спасибо. Патрулей больше нет, остались только 4 пока мобов. Надеетесь, что еще воронки упадут. А че 4? 4 пака. А что, ты в Дастрике будешь думать, или 5 билет? Хазум говорил, что не было. Ууу, пизда, кто второй пак сарил? Сука, вы издеваетесь, блядь? Спокойно, шивы дам. Уесть. Блядь, ко мне еще станут? И кто только прожим? Хорош. Бесполезные уебаны жёлтые, что ли? Перелутаем обоих. Вот за то, что столько пока сарили, ни одной воронки. Давайте второй пак сразу заденем. Сам хиль, что ли. О, почти до. Пиздец, не издевайся. Порча. Называется хилы с АФК вылет. Ну вот, а то, что ты сагрил, все прям вышли с... Поправочка, не я, говорю. Ты предложил. Ты. У тебя нету доказательств, что ты спину. Есть видео, Войт. Войт удалил его. За определенную плату Войт не выложит это видео, да? Да, Войт? Ну ладно, молчание, знак согласия. О, домой. Пояс. Ну ладно, роль тоже. Пояс, пояс. Ну, мастер, ну какой себе сумка? Чё по итогу ты с воронками? Только две же продаешь. Мне теперь тоже надо 4 воронки. Он уже открыл ты 5. Чё мы 4? 3 воронки. Да, 6, ну да. Ну, для двух шмоток сразу взять. А, пока у тебя 2 шмотки уже есть? Нет. Но мне надо будет, пока есть голда купить. Ну, так, типа, так, если так. Плечи, если сейчас плечи вообще никто не ролил, то сомневаюсь, что у кого-то еще нету кусков Т5 из хантов, магов потом, и локов. Я тебе потом в ПМ скину ник чувака, который по 8к их продает. Турбо. Турбо, друг. Мы с ним поговорим. Турбо, ты меня убил сегодня раз. Не только магам рассказывает секрет. Не, я только Шреддера убил. Нечаянно. Ты меня убил специально. В ПМ пара воронки только магам дают.
Фулл ребафы раздали, на? Бой, ты где? Так, по тактике. Сначала бьем боссов, все вливаемся, даем геру. У него берсы нету. Потом, каждый раз у него там по некоторое время, я не знаю, какое-то время, он уходит нахуй в портал. То есть в другое измерение. Когда он уходит в другое измерение, появляются три луча солнца, таких белых. С этих лучей выходит сначала мелкий трэш, который мы должны заоешить. Потом выходит босс, из других двух лучей выходит два моба, которых мы должны переключаться и убивать их. То есть сбивать касты также им приходится, когда они кастуют великое исцеление, либо другое. Один каст отхиливает у босса 10% хп. То есть одного моба контролится, второго моба под боссом заливается. Залили одного моба, притянули второго, убили второго моба. Не забываем касты сбивать. Дальше, во время трая на вас кидается дебаф. Он, я не помню, как он называется, путь астроманта, либо еще что-то так. Когда он у вас кидается, вы должны убежать чем дальше от рейда, чтобы возле вас никого не стояло. Когда вас подкидывает вверх, вы когда приземляетесь, вам дамаг не наносится. Но если кого-то подкинет вместе с вами, его просто убьет. Ну, если у него нет ничего, чтобы, блядь, прожать. Потом фаза переход на скаки на 15%, да? 20. На 15. На 15% уже босс переключается, там он уже бесполезный становится. Но мобы, если два будет, их тоже надо будет залить, потому что они будут отхиливать хп у босса. 20. Так, император, бычьи головы. Да я всегда тут. Тут ДД фласки. Ебать, тут этот допинг открыл нахуй. Побежали. Не надо так делать. Блядь, это... А чё вы не в синем кругу стоите? Товарищ ШП. Миша Про вышел стоит. Миша Про, бля. Да он Гагарин, чё он? Талифин. Костя. Костя выбежал. Так, готовимся. Сейчас мелкий трэш, залили его сразу, блядь, моментально. Потом выходит два моба и босс. Готовим свои контроли. Черепа заливаем. Каст били, каст, блядь! Касты сбиваются станами. Контрольными и т.д. и т.п. Псалом? Псалом. Убиваю. Били без метки. Каст. Готовимся, мелкий выходит. Труба, не хлюпай, бля, пожалуйста. За что, бля? Мобы вышли. Череп лились. Моба без метки контролем. Каз. Пан. Били моба без метки. Каз.
Ой. Выразите свое восхищение после рейда. Чё? Сейчас мне через плечо. Сейчас я тебе, блядь, в плечо плюну. Ебал, на глазах видел, блин, свое нахуй. Ебало на глазах? Блять, я... Или глаза наебали? Глаза наебали. Так, маба без метки убили. Сомалийский. Череп убили. Виби. Кас. Нудный босс, конечно. Сейчас, блядь, два каста по нему пройдет, вы увидите, какой нудный. Будет в два раза нуднее. Череп убили. Белин без метки на ба. Так, без стул, хоро. Каст. Микстурка. Что? Выбеги! Ой, давай, Дим, на маму. Вот, вот на это малу. Хуйня, что? Это пиздец, конечно. Опасно, блядь. Маба без метки убиваем. Пистол. По черепу сыграл. Сало было, Элрей. Ты как всегда. Заебись. Моса Берни, Элрей. Невезучий. Ну, про. Вышел. Фош, нажал такой, выбежал и обратно забежал. Красава. Показал скилл. Кил показывает, если глыбу или кош нажимает. Все. Без метки. Ой, назад. Череп.
спасите, умри. По черепу. Риски. Прикиньте, моба принят. Сою, чувак. Каст, каст, каст. Ой, что это было так быстро? Это здравствуйте называется. Доброе утро. К вам пришли, ну. Ждем 15% босса. Зачем 15? Переход. Так уже переход, Калёв. Пусть кричали 15. И бьёт, типа. Смотки. Геру. Геру дайте. Блядь, дамаг по нему меньше. Чё-то он вообще танков не бьёт. Да бы он, сука, ватный разошёл. Не, типа, в прошлый раз он нормально шел. Он цель не выбирает никого, тупо стоит. Да, просто стоит. Вообще он должен наносить крин магический дамаг. Забагали босса. Кринбан. Этот босс должен наносить магический дамаг относительно ваших дебаф. А не, блядь, физически. Спасибо. ДС полетели. Портал дай. Турбо. Ребята, танки, обратите внимание. Я ступни турбо. Я знаю турбо твою тактику. Я пароль. Ступни брони дают 3000 твою брони. Мать, 200 брони. 3200. Да, да. Обратите на это внимание. Они 1200. На ДК даже их не думай. Нет. Че плохо щитом? У ДК многое зависит, плохо щитом, ты не слышишь. Куда нам в шатрат телепорт поставить? Нет, ну, я на Даларан. Даларан поставил, но оттуда можно для пойти. Для паладинов, для воров хорошие сапожки, но не идеальные. Для каких воров? Жизнь ворам, хуй мусорам. Пошел за допингом.